Первых игр обновленного состава «Динамо Алтай» ждали с нетерпением, однако ожидания оказались далеки от реальности. В матче открытия первенства высшей хоккейной лиги от наших ждали уверенной победы, но, как говорится, мы в хоккее. Победа «Кристалла» 3-2. А вот во втором матче барнаульцы взяли реванш и обыграли хозяев 3-1. Я хочу отметить, что наша структура игры не менялась во всех четырех играх серии. Независимо от результата, команда играла по той установке, которую мы ей давали, и это устраивает нас. Да, есть ошибки, недоработки, но структура остается единой. А вот третий матч в серии – холодный душ для гостей. 2-0 наши вели и, казалось бы, были шансы на победу. Правда, гости с этим не согласились и полностью перевернули игру, забросив 6 безответных шайб в ворота барнаульцев. Просто безобразное начало матча в нашем исполнении. Проигрывали 0-2. Хорошо, что пришли в себя после этого холодного душа. Две трудовые шайбы Шастова и Фильна вернули нас в игру. В перерыве мы донесли до парней все, что хотели, и команда заиграла. Моменты, которые мы создавали накануне, были реализованы. Отсюда и счет на табло. Заключительный матч в серии прошел в равной борьбе, но в овертайме сильнее оказались барнаульцы. Тем самым после четырех игр наша команда расположилась на второй строчке в турнирной таблице. Следующие игры «Динамо Алтай» проведет дома 1, 2, 4 и 5 октября против самарского ЦСКА ВВС. Дмитрий Дроздов, «День с толком».